Добрый день. Наконец-то купил себе микрофон в каком-то веке. Не так было стрёмно меня слушать, скажем так. Хотя сильно ничего не поменялось. Чувствую вам, господа. Если вы все-таки меня ошибаете. Давайте сыграем сразу матч с Спартаком, конечно же. На стоке. Олег Кононов будет гордиться нами. Ну, либо наоборот расстраиваться, тут пока непонятно. 82-ю, Ирхапи 2019. Хорошо, много играет, видимо, этот парнишка. Что тут нажать? Ага. Ну, ты поменяй, давай, чувак, поменяй. Ну. Не жди, пока я поменяю. Ну, мне. Причем оба в белом будем играть. Так, Абумьянг, Сутки, Пайерс, Рамси. Ну, в общем, человек играть умеет, видимо. 4-1-1-1-3 расстановка, Нойер на воротах, Дэвид Луис. По флангу можно пройти будет, если у него будет полузащита смещаться вверх. Ну, посмотрим, что можно будет делать. Кстати, не знаю, как слышно меня, первый раз микрофоном таким играю. Да, блядь, оба белые. Ну, ничего страшного, будем играть, будем бороться. เลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แหละครับ ลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับ ต้องชมเลยครับว่าเป็นการเข้าสกัดที่ยอดเยี่ยมนะครับ สกัดได้เป๊ะเลยครับ ว่าจะสูงแต่มุมก็ตาม ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวครับ เสียฟรีคิกไป นิววิดีโอ Надо явно кого-то другого. Вот этого, наверное. Бакаева. Да. Ну, Бакаева. Да, ничего это не дало, конечно. Попробуем чуть выше стенки и правее. Да, вратарь, да, прям. Рискует парень своими вот этими выбросами. Несмотря на то, что он 82-й. Возможно, просто нас щадит. Не прошел пас, к сожалению. Ну ладно. А ты, братья, как не умел, так и не умею толком. То есть на уровне интуитивного, да, все это. Игра, посмотрим по результату, там, может, там тренировочку перескоим. Вроде как в прошлый раз зашла. Рэмси. Ну, удалось. Пас. И давай выкидывай. Портач нам открывается. Ну вот это вот не красная лица. Судья. Козел. Ну что-то он нарушает. Явно нарушения какие-то у него не очевидные, а он. Ну, тут моя вина, конечно. Ну, кто-то кто-то ошибается, видимо. Может, братишка скажет, как-то все вот что-то вроде того. Давай, скидывай. Да, его обратно. Навесик. Вот так вот. Ну, кто навешивает так? У тебя понятно. Кто вот так навешивает? Может так. Лямси. Газаев. ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลย Не, ну если бы залетел такой ворота, я бы удивился очень. Потому что, ну, это ненормально. Ты стараешься, как ты изъёбываешься, если залетает просто как дурочка. Ну я понял, я понял. Спасибо. Ну а туда обладаешь, согласен. Не надо обострять, как что-то мучиться. Чака. Ну. Отлично, я бы сказал, пас. Летонии, Спартак Москва, танки бук, он покал кин маля, как. Чего, не кин маля, как. Ни ты, ни зоби. Все бьете. Пену катон, он покал, как. Зря, ну все, пена. Я не сразу, Иван, не умею не снимать, потому что вы косые. Пену катон, он Спартак Москва. Я бы вам тоже нельзя давать, потому что, ну, опять же, косые. Да это сука, ну что ты делаешь?
Да, Сократис. Ему особо не учит, да, от этого чувака все-таки. Да, Луни Тонг Чом Легава. Это Пен Окалом Сон Мога Легава. Спартак, конечно, бьет крайне. Как договорничок такой с вратарем у них постоянно вот этот. Ян Бон Пере Суэй, ครับ. Алекап ми о ка ти ча пэрд бон ка бэ лэкап. Как он откатился? Вот это вот Давид вообще Луис. Жесть, конечно. Ну, это ненормальная херня, блин. Попаям ти ча атбон лой кюн супэ, нэ кап, тэн мэй сунг хо. Лэ тон ни Спартак Москва тан гэм бук хон пок хау кюн ма лэ, кап. Кто-то удивился, вот, что он не попал. Хоть кто-то, блядь, удивился, знаете, я вот нет. Я уже давно не удивляюсь вот этим вот поступкам спартаческим. Куда вот он даст? Выпни, Максименыч. Ну, тебя одна надежда на вратаря. То, потому что я им не управляю, в общем-то. Сам, но молодец, играл как дерьмо. Рэм Кем Мэй Кэн Лэн, Спартак Москва, Чапин Фай, Кэлю Крэм Лэн. Надо все-таки проходить обучение, опять же. Который раз говорит всем о себе в первую очередь. Почему так реагируют болельщики, хотя мы играем на нашем поле, на спартаковском? На родном мясном поле играем, главное. А болеет за... Что там, с Манчестер? Хуй на это. И никого. Вот это называется... Я не сеп вату, накап. Потому что сегодня Туса вату там с 2 фанг. Понг кан вату дай ян джот ем чинг-чинг, кап. โอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับมาเอาซึมาเอาซึมครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับแล้วลูกนี้ยิงเลยครับอุดรวาโรโต้ผมคิดว่าลูกนี้เขาจะยิงได้นะครับก็ทำได้ดีครับแต่ที่ดีกว่าคือผู้สาวตูครับ ป้องกันเอาไว้ได้ครับก็ยังสูญๆครับผมคิดว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับแต่ว่าผู้สาวประตูเซฟได้อย่างมหัศจรรย์เลยนะครับยังไม่มีประตูเกิดโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแล้วสวยมากครับแล้วก็วันนี้เราได้เห็น2ผู้สาวประตูที่สุดยอดในเกมเลยนะครับทั้งคู่ช่วยกันเซฟให้ทีมตัวเองครับ ชูเล่ยังพับน่าจะได้เลยครับลูกนี้แล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับชินนะโคตรมันก็เนี่ยสุดเลยสุดก็นี่น่าจะเป็นชิ้นเดียวบอลเราแต่ยอดมันก็เนี่ยจะได้ดีมาเลเซียแต่มาเลเซียตามมาเลเซียสุดก็สมัยนี้ประตูที่สวยงามจริงๆครับบอลกระโดดมาแบบนี้ครับเป็นใจให้กับคนยิงครับเข้าไปเลยครับ เลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยฟินาลเช่ผู้เล่นของสปาร์ตักมอสโกฟ้าผมเชื่อ уверен финальчо давайте ладно а интересно как бить здесь д д и вправо влево ลูกนี้เขาเซฟได้ยังไงครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นการเซฟที่สำคัญสุดๆจริงๆครับ Да отъебись от меня, блядь. Чака. Лэмси. Хороший пас, и вот туда его, ага. Тони гейм тонг ют, да, краб.
Ну не только бил вратарь, тебе раз ты ее бил. Тебя бил, чувак. Чуле! Ох, блядь. เขาก็ยิงเลยครับนอร์มัลนะเราเห็นได้ว่าผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ปิดกระสุนจะให้เป็นลูกเตะมุมนะครับลูกนี้เขาลอยเขาและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหชุดที่ชุดที่ยอมบูเล่ก็เป็นสุดที่สุดสุดยอดนายทวารจริงๆครับนอร์มัลนะนอร์มัลนะดิสมุดดิสมุดเนี่ยรับบูเล่ไปสุดที่สุดสุดครับแต่ก็ครับนั่นเชื่อใจอยู่ในเตะยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะลุ้นประตูอยู่ครับ Джуле. Ну я нажал же с ученых, ты че, блядь, не увидел нахуй. Хороший отрыв, кстати, он взял. Наверное, будет навешивать. Навешивать бесполезно в этой игре абсолютно. Не скажу, что я прочитал его игру, скорее всего, получилось крайне случайно. Блин. Чака. Вот беги, беги, есть шанс. Ну ладно, там не Гритос. Почти прокуренные они все-таки. Ну, не, скорость у них послабее будет, чем там у Криштиана, там, или у ЭТО. Да, вот, блин, подальше. Да, конец игры, в принципе, победа, молодцы, никаких претензий. Спасибо. Такое. Давай дальше. Следующую игру отыграем сразу. Так, ну уровень, конечно, дадут. Кто там из команды, кто-то может что-то получит. Я согласен, тут 1-0. Так себе счет. Непонятно, кто лучший игрок, кто худший, кто какой. В общем, неважно. Давайте, ребята, давайте. Дайте нам еще соперника. Интересно, тут есть нефрендли матчи всякие. 14 уровень, Баус Лот. Давай, 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 ну. Меня все устраивает. Голубой, он там либо черный будет, они уже сейчас не имеют значения. У него в команде Неймар Джуниор, Лукаку, Бейл, Дебрюйн, Рональдиньо, Каутиньо, Зинченко, Лапорт, Такно, Александр Арнольд и Манданда. Ну, странно, почему Манданда, конечно, но, как говорится, это его дело. И Пепе Гвардиола у него, ну, тренер. Ну, в общем, тренер здесь, наверное, нельзя поменять, поэтому Пепе Гвардиола, да? То есть... Посмотрим, что он может поставить нашему элитному Спартаку. Ну, видимо, хочет начать с глубокой защиты и атаку. В общем-то, приветствуется в современном футболе. Здесь не пройти, но, к сожалению. Офсайд, я вот думал, что офсайд, офсайд, да, ну надо как-то быстрее, все-таки компьютер, серьезно, надежду не надо давать, это ложно. Сейчас интересно. Интересно, он нас чуть не наказал, простил. Играет он явно лучше, чем наш предыдущий соперник, скажем так. В всяком случае, и водится, и отбирает он более бодро. Несмотря на свой довольно-таки... Вон тук йон хамалав, краб! Бангханг на гейм, краб, карти я рауча там гейм буккен пай хэдэй дэй, краб, коча тонг ми нэв раб ти нэв нэн кэнг крэнг гон, краб, лако кой-кой танг гейм буккен ма, краб, пэр ти ча краб ма пэн фай дай бук банг, краб. Вот ворота прям, зайди, сука, люди. Бля, ну, выкини его нахер отсюда. Анде Эсченко. Ну, может быть, и так. Аймелик Лапоте. Но имел я Кутиньо в виду точно что-то другое. Да, и он как будто рожден в офсайде, так играет очень... จังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับรวมเลยลูกากูทำได้ครับ
แมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำไปแล้วครับเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดคิดเอาไว้จริงๆซาวงพยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะสูงขึ้นไปครับลูกากูพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปครับครับต้องเดินหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับเดบรายน่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับซูเปอร์ซูเปอร์ดิบลิ่งก็ต้องบอกว่าเสียใจแทนเขาเลยครับดูสีหน้าเขาโอ้โหเซ็งสุดๆครับการทำนี้ต้องบอกว่าพวกเขาลำบากแล้วนะครับเพราะว่าทำเข้าประตูตัวเองอย่างนี้ครับต้องฮึดเต็มที่แล้วครับเขาลองลุ้นเลยครับยิงเลยว่าเราสุดที่สุดชอบมากชอบสุดที่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 สชุดเต็มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปยิงเดอะไบรท์ที่เร็วๆนี้ยากเลยครับไม่ได้เข้ามุมครับนี่จิบราคอมิชิลูคากูมีดกระสุนตักนิวยอร์กโรมาวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับดูว่าบอลจะระเบิดออกสตันดาร์ติกสตันดาร์ติกคอนเซ็ปต์มาเสียดูมาครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกเตะมุมแน่นอนครับเดี๋ยวไอ้ทีมเราจะมีโอกาสวิ่งออกมาว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับเดบรายเอาละครับมีเวลา2นาทีในช่วงทดเวลานี่ครับมันก็ไปเบลดเบกที่คูตินโญนี่ก็เกริตซ์มาชูชิลิสมาคอนเนสเปโรเพริโอโดปาโดร์โนปอมมูเมชที่ไม่ปะทรอกลิซาเอตเริ่มเกมในครึ่งหลังสปาร์ตักมอสโกจะเป็นฝ่ายเขลุกเริ่มเล่นนี่บอลออกข้างไปครั้งครับ okay. และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับบูลาบลิสก์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังเกมบุกขึ้นมาแล้วครับสุดท้ายไม่คิดอะไรเลยแค่สะพารอลีอัตตาคุมเดบรายเดบรีนของเขาคือถ้าพูดเรื่องและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหถ้ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับแมนเชสเตอร์บุกอยู่ตลอดอย่างที่เห็นครับและการได้ประตูอีกหนึ่งลูกตรงนี้อาจจะรับประกันชัยชนะของพวกเขาแล้วก็มาได้ประตูช่วงสำคัญของเกมนะครับก็มีโอกาสจะชนะครับโดนไป10ครั้งก็รับได้ทั้งหมดเลยครับอังเดเอสเชนโกนู้นสุดท้ายสเปียร์นิกอีกแล้วนะครับสกัดจังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกทุ่มครับมันคือดาวครับแน่นอนนายเอสก็สราวออร์เนซูย์มาทิ้งที่บรอสก็นับดาวครับไล่บอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับด้วยมาเบลเนาะยากที่โคสตาบอสนี้
บอลออกหลังไปครับมีรอบหรือดับออกมาไม่ได้บิชอบเลยสิ่งไหนมาเป็นโอกาสเลยครับบอลพุ่งไปแล้วก็แม่ไม่เข้ากรอบครับ ничего ему не предложил самым лучшим решил нас спасти Брата, конечно Анде Эсченко Бакаев บอลผ่านมาแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดการ์ดนะครับจริงๆแจ็คไม่รู้สึกเลยคริสเตียนนี่แค่ตัวโปรสแต่ดูดาวน์บอลที่มันเชื่อขอบคุณสำหรับแมตช์มาดีส์คอนเซ Да, блядь. Дима. Ты прям никому, да, ну, спасибо. Повторю, в принципе, ну, не лишено смысла, скажем так, дать. Ну и толку так, такого нет. Ну это что? Блин, ком, мы сейчас затеки фаул, как все фрикик бай. เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับสุดนี่พอชุ่มให้เขาเนี่ยประตูบุรีสักหน่อยนิดนึงไม่สุขีเจ้าลีกเราประยุกต์มาแค่ไหนสักหน่อยนิดนึงเจ้าลคุณมาดีสาวทุกท่านเสียงเลยนี่มาและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ладно давай дальше даже смотреть ничего не буду здесь отвратительно сыграли все скажем так когда вы чуваки уже играть можете там 6-7 учишь вас учишь всему воротам хрен скорости нет Что случилось? Давай. Соперничка. Флажка какого-нибудь дачка нам. Ну или сильного. Разница определенно нету. Это всего лишь игра, что называется. Хорошо, кстати, прорисована форма здесь. Так вот. Тени все. Не скажу, что лист прям хорошо прорисована форма, так похоже. Вот эта вот плавающая система какая-то вот постоит. 70 уровень. Приятно. Полиц, 6-6-20. Ладно, что там? По форме. Остаемся красными. Давай вот так, ну конечно, конечно, что это. Вот дальше что называется. Что у него? Криштиан Роналдо, Анри, Ладраф, Серджио Рамос, Вандюк, Коновара. Вандюк, да. Ну, Роберто Карлос. То есть Модрич не пришел третьего и вертали у него Куртуа. Ну, Куртуа сложно пробить, в принципе, левый делали неплохо, потому что там будет третий. Вот я не знаю. Криш. Да, блядь, смотри, на Криша. Ставит команду. У нас есть эти команды с Ленинградом. Команда Стокова, Спартаковская. Не забывать нужно о подкатах. Ну, в принципе, о себе не забывать, да, в первую очередь. เขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับมาวันเดียสมาวันเสียวชนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วคาร์ลส์เบลต์วิลเลมิชเนสซูคาไม่ใช่ให้มูฟีมูกราดมาทุกลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลเนี่ยตกไปครับนี่คือเซลล์แล้ว
เขาก็ยิงเลยครับและลูกนี้ก็เป็นประตูของสปาร์ตักมอสโกครับลูกนี้เป็นประตูที่เฉียบขาดเหลือเกินครับผู้บอลกระดอนมาแบบนี้ครับเป็นใจให้กับคนยิงครับเข้าไปเลยครับมาแล้วครับลูกนี้ถือว่าอันตรายสำหรับลิเวอร์พูลเลยครับชูเล่เบนจูตุนิบุนี่สราวนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับมีความพยายามที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ยังโชคไม่ดีครับบอลไปชนคานNo и проиграл сам себе, что называется. От никому, а вес никому. Вот она, что я хотел увидеть. Ну ладно, ну не страшно, в общем-то. Стоечку зарабатывает нам уголочек. Стандартик. Но угроза есть, вратарь уже на месте.Пусть так. Как интересно сыграли. Ну, по-моему, опять стандарты, да, выбили. Нет, просто косой Артём. Просто косой. Секио Ламос. Давайте контровать, контрить. Сейчас он будет больше ошибаться.Из-за того, что нужно отыгрываться на этом фоне, можно будет его подзадеть. Однако. Лук не ён, там аля, кап. Куртуа на месте, ладно. Смотрим, что он захочет придумать.ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับบริดูมเอตอมนี่ชโตยน่าจะพอว่าจะบิสตี้ไม่น่าดีนะชั่วโมงได้คนที่น่าสนใจเขาทำที่น่าสนใจเขาเล่นครับครับผมชื่นชมบุคคลนักประมาทโอ้ผ่านไปได้แล้วครับVидимо, не оставил все-таки, но не гол, к сожалению. Давай, стандартик. Ну, ты ж бока, блядь, встань нахуй. Как молодец. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, Лондо. Молодца, просто молодца.ชูเล่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยครับประตูครับชูเล่ปิดประตูมาตัวดีฟ้าสุดแรกบอลดีดีว่ามอนเวชเกลียชิคริสเตียโนโรนัลโดเลอาครีวาSekio Ramos Modric แล้วจะสิงกับปานุกวีดหมดครึ่งแรกครับปาเบียร์นะที่เหลือเชื่อปาเบียร์โอ้ชิมเปรียบนะโอ้ชิมเปรียบนะมาชิมปานี่มันเป็นประเด็นที่ดีมากเริ่มเกมในครึ่งหลังสปาร์ตักมอสโกจะเป็นฝ่ายเจริญเริ่มเล่นมาสวยดูดิคุณมาไว้ผมเสียมาวอร์ตารีมันนิดนึงนะครับวอร์ตารีน่าดะObidно, конечно, то, что не дошло до соперника, не то, что до соперника, до товарища по команде.
ทำชิ่งกันอยู่ครับครอสบุลเลฟวิ่งนิสพาร์ตอัลโตนัสทักทูฟาโรชูเดบริโซคริสเตียโนโรนัลโดJалко только, что Динос контакт. Блядь, еще и сальто ёбнуто. Ой, блядь. Блядь. Ну, на месте, вроде, на месте стоим, на месте. А вот уже игра нет на месте. Друг другу никогда не мешайтесь, ребята, это самое... плохое в футболе, когда меня мешаете друг другу. Во втором месте, да. Ну, ты надо купить, конечно, я не забываю постоянно об этом. Потому что здесь вручение намного такое более результативное, чем, скажем, предыдущий фе, да, в третий. Забирай, забирай, конечно, бегот. Молодец, блин, ее хватит. Спас наши ворота, считай. Ну, мимо. Мимо. Что такое? Так, интересно, какой угол. Лун протул, да? Сможет ли забить? Ну, нет, не сможет, но... Интересно. Давай на фланговый низ, вот туда его, ага. Да, справился наш соперник. И справился блестяще. Без ауда, без ничего такого подобного. Интересно, что он будет думать дальше. Прервалась его длинная вот эта затяжная такая, знаете ли, атака. Друг другу помешали сейчас футболисты Спартака. К сожалению. Вот здесь вот он уже владеет ситуацией. โอ้มาสกัดได้ทันในเสี้ยววินาทีสุดท้ายจริงๆนะแข็งแกร่งมากครับทุกแบบครับแน่นอนมาชูเล่ชูเล่มาอยากเก็บของเขาขึ้นมาแล้วครับนี่ตัวพักแค่ตัวแบตโต้คาร์ลอสแต่ที่บูบขอบคุณน่าจะผ่านไปได้นะครับจังหวะนี้จริงเลยครับนี่คือคุณเพื่อนที่ฉันรับผิดชอบสิบนี่คือเพื่อนมินิ давай вот сюда его давай запнем ชูเล่ชุดของเราที่ชุดนั้นและไม่น่าเชื่อครับผู้สาประตูรับบอลพลาดอย่างนี้ครับк сожалению прочитать мы это никогда не сможем то есть подогадываться что ли какой-нибудь типа бигей Юрий Онри может пидорас там, не знаю. И догоняет, нет, не догоняет. Ладно, тренинг до конца периода, до конца матча, до конца второй половины. Посмотрим, сколько себе добавит. В общем-то, не думаю, что у него какой-то есть шанс. Играет, ну честно, слабо. Честно, вот если говорить. Надо, да, я как думаю. และลูกนี้ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับนู้ опять мой косяк я не нажал Z это и что мы из этого не то что он не закрутил เป็นการล้มซ่องของเขาเลยครับเต็มในเมสซี่มีเต็มบนของลิเวอร์พูลมาดูผลงานของเขาที่เขาชี้พิสูจน์ได้ไหมคริสเตียโนโรนัลโดเกมจบแล้วครับพร้อมกับชัยชนะของสปาร์ตักมอสโกต้องสู้สาว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 สปาร์ตักมอสโกต้องสู้Анонидзе. О, нам сразу дали соперника. Мизунхао, 89-го года рождения. Какой-то халявщик. Такой, как я.
Будешь менять форму, нет, скотина? Ну. Ну ладно, я поддамся, мне вот вообще не жалко, не сложно. Тем более я начинаю наш, как говорится. Мяч Артур, Гаррет Бейл, Роберт Фирмино, Салах, Родригес, Фабригас, Фернандес, Ван-Дюк, Даниэлес. В общем-то сейчас Ван-Дюк очень часто используется, я заметил, в защите. После, видимо, финала Лиги Чемпионов, да, или кто там, полуфинала. และตอนนี้สปาร์ตักมอสโกตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับแต่ผมทุกมือว่ามูดี้เนี่ยลิเวอร์พูลได้ทุ่มโอ้ยตบเล็กบิ้วโอ้ย молодцы โอ้ย молодцы но плохо Фимино не доиграли не доиграли วันนี้ครับกองหลังสามารถดูตัวเองจะสุดยอดสังเกตุคอมพิวเตอร์ตั้งครับโชว์ไม่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 ไเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับเลี้ยงชุดดีเยี่ยมมากได้สปูการ์ดมุสเซอร์เนกิสไม่ได้ใจนะครับมาชมนี่ออกแล้วพวกเขาต้องรีบทุ่มเทสุดครับนี่ правильно ผู้ชูดตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่สามคนได้ได้อย่างสุดยอดครับไม่สมุกนั่นแหละประกบมันจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหน่าจะได้เนี่ยว่าชั่วทักษะการจะได้เนี่ยจะสปอสลานะสำหรับชั่วโมงชูเล่น่าชูเล่เนี่ยที่ติดตัวเขาจะมันอาจจะไม่ค่อยเป็นบุสเลยนะฟุตบอลิสต์แต่ติดตัวเขาจะว่าพร้อมนิสเวพร้อมนิสเวสนุสมาโรเบโต้คาร์ลอสน่าจะต้องวิ่งตรงมาชั่วโมงที่เราทำИ забирайте, забирайте у этого повтореза. Фимино. Нету ничего хуже. Так, Тонили Пу, танк и бук. Повтореза. Лук не джинг, лэ, кап. Второй Леонель Месси, как он называет. Вот эти комментаторы. Сочувствую, что вы слышали бы от меня это. Это, скажем так, бесполезная информация. Анде Эсченко. Ну и пас вот туда, вот его, ну вот он, вот он. เล่นของลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายฟาวครับมันจะแก้โจ๊กแต่เดี๋ยวมันจะแก้นะโจ๊กแต่ยังไงยังไงที่คนนะครับคุณอดีศรลิเวอร์พูลลงสามแต่ละนัดโดนใบเหลืองตลอดเลยชุดยืนเลื่อนไม่รอดอีกแล้วครับใช่ครับผมว่าสมควรโดนใบเหลืองครับว้าวเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับนี่ทำมืออับบอสน่าจะติดเรื่อยๆอยู่ครับโอ้ยนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็เป็นโอกาสล้มซองของเขาเลยครับ Спасибо что косой ให้ผมเป็นเนี่ยต้องบอกว่าน่าเกลียดตบบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับเออมูเล็กนิดหน่อยเขาเที่ยวกันนะครับมูกาวุชก็ต้องกรุบฟุตบอลลิสต์ที่จะเล่นแล้วเขาก็ยิงเลยครับкоманда Владимира Спартаке, ну, соглашусь, это грубо играть. Ну, нужно, это все-таки мужской вид спорта, это футбол, да, но... Games. Называется, должны быть какие-то рамки, должны быть какие-то рамки. Ну, блядь, все ворота нам расстреляли. Да, он аккуратный игрок, поэтому что в основном бьет дальние. Блядь, мы даже мяч взять не можем, сука. Он на вратарном месте, он все-таки что-то за это место... Научиться, да, Максименко. Ну, брать какие-то голы, да, скажем так. Самое помогает своим красотой. Давай максимально выкидываю мяч, потому что уже невозможно вот это все терпеть. Вот туда, вот туда, вниз. Да, еще раз. Да, блядь, что он так, а? Не дает нам. Ну,
Пилот он выстрелил очень грамотно. Восстановочку у него, скажем так. И забивает Врегас. Ну, видимо, будет 2-2 у нас проигран, в принципе, не особо плохо. Мы фэн хом дэн гэ грэхэм лэ крэп. Ланча ти лэ пу дай прату лэ на крэп. Най чуэн тай крэн рэк нэ крэп. Май гинг прату чуэн тай крэн рэк бэп ни. Там ай крэн ланг нан Ливерпул лэн ngай кэн крэп. Ла пу дэ сэн гэ. Хай тот вэла на крэн рэк ни 3 на ти крэп. Значит, ребята, главное друг другу не мешать. Луни тон чом лэ крэп. Ва кэп ай скат дай гьем джинь крэп. Ну, здесь вот хорошо обострили под конец, конечно, периода. เริ่มเกมขึ้นมาในครึ่งหลังแล้วครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเลยไปลองไปจับบอลไม่ต้องกลัวอะไรชูเล่ครับชูเล่จังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหพิชโชฟพิสติมีอาในเรื่องที่ตัวไม่มีอะไรนิชโชฟอาร์ตูริกทำพิสติชิลครับแน่นอนJames. และลูกนี้ยิงเลยครับแล้วยิงอย่างนี้นี่โอ้โหน่าอายเหลือเกินนะครับเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหลือเกินนะครับแต่กลับกลายเป็นยิงยังไงก็ออกนอกกรอบไปหมดครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับวันนี้ล้ำหน้าไปแล้วโบเรียนเต็มเลสฟิสโนคูเดราสนิดเดียวเท่านั้นเองครับпрям, блядь, не нарадуюсь на такое время. Честь, Фабрикас. Я уже там, блядь, гол праздновал с учёром. Роберт. Роберт Фемино, там дай, гэп. Роберт Фемино, урод. Пробуем провести ещё одну, может быть, даже ещё одну беззубую атаку. Не захотят делиться. Так, вот он сам себя замутил, конечно. Замутил да размутил. Фемино. Бон пан мала, кап. Молодцы, тут что-то придумали. Стиль. Ну, пас, стиль, ёб твою мать. พยายามที่จะเข้าไปสกัดให้ทันพอดีครับฟิเมโน่โอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้เพื่อพาวเวอร์ชิปเพื่อพุสติลิสโซ่ทำซ้ายเป็นโอกาสของแกเรตเบลแล้วครับโอ้โหสวยมากครับโอ้โหสวยมากก็ตีเนี่ยเซฟไว้ได้อีกแล้วครับเจมส์ได้ไปสู่ที่ประตูนะตีเนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้เจมส์заигрываемся конечно страшно ผู้เล่นของสปาร์ตักมอสโกฝากโต้สมมุติว่ามันจะเป็นอะไรความรู้สึกลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับคุณแบบว่ามีอะไรชูเล่ได้นะครับโอ้โหที่เจอลูกนี้นะครับมีที่นั่งที่เหลือทั้งหมดเลเต้ดึงเยอะที่สุดแล้วเชฟฟาเบกัสผู้เล่นของสปาร์ตักมอสโกฝากตัวเล็กสตรานะ оцениваете конечно вот эти все правила не очень страшно не испугались как-то такแพ็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะเรื่องของลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายฟาวครับอ
Сука, ну блядь, ничего с ним не делаешь, с этим пидорасом нахуй. Фимино. โอ้ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2นาทีสุดท้ายครับแล้วก็ยิงเลยครับ2-0ไม่ต้องกลัวครับตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับคือมา45นาทีเดี๋ยวครึ่งโอเคก็ดีขอบคุณนะยศโอเคไม่ธรรมดาครับไปติดครับมันก็เกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับเห็นโอกาสของแกเรดเบลแล้วครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับ 2-0 จากที่ предыдущий грин такой уже перевесик в нашу пользу давай что называется ну а люблю что โอ้อันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเกมจบลงแล้วครับเป็นชัยชนะของลิเวอร์พูลTренируемся, тренировочку пройдем, она такая сложноватая в какой-то степени очень. Что нам звонит? Ну, тест. Нижегородский нулик не бьется. А это Нижегородский, ну что это, что за номер, блядь, Нижегородский нулик? Игорь зеленую гарочку показал, блядь, нахуй, козлина. Давай, 10 уровень, молодцы все ребята там. Ну что, нам, по-моему, там игр за 12, за 13, 10 уровень, да, там? За 10, может, даже. Так, отсюда мы выходим. И вот здесь верхнее меню. Тренировочки, родные. Мы прошли вот это вот сложная тренировка, вообще отвратительная. Ой, мы вот это прошли, и вот, да, здесь надо больше 10 тысяч набрать, это прям отврат, потому что до этого я набрал 9 с чем-то, и... Ничего, просто ничего. Спасибо, что ничего, что называется. Тут надо все попадать, поэтому я сразу так чик-чик буду перебирать. Так, понятно. Забирать ворота нельзя, это автоматически снимается. Ну давай. Ну блять, он пасы не дает вправо вниз, вот это как раздражает, сука. Смотри, я выкидаю раз, блять. Непонятно, от чего эти очки зависят. От чего? Не понимаю. Так. 1100. Молодец. Корявый. Так, ладно, заново начнем, потому что это невозможно. Я еще говорить не могу в этот момент, мне просто раздражает, сука, сама тренировка, я не знаю, зачем я прохожу, но пройти надо. Тут, конечно, надо бежать до низа почти. 800, окей. 68, ну, блядь, за что, нахуй, так, нахуй. 200, блядь. Мимо, сука, урод. Можно даже как-то сильнее бить, блядь. Ладно, буром еще раз. Ну, вроде не сложно, но, блядь. А вот С, да, там? Да, сука, что ты, мешак, что ли? Так, ну ладно, почитаем, что там, какие клавиши у него? CS, CS. Ладно, CS.
Я тут, блядь, обычно-то не залетаю, почему CS? Сразу бы так объяснили, да и вот так. Корявый пидорас, блядь. И опять не набрали, даже не 10 надо, что, ну 11, сколько, 12, и сколько надо набрать-то, боже мой, сколько? Ладно, давайте еще CS попробуем. CS, сука, урод, ты что, отупел? Ты не слышишь меня, что ли, парень? Ладно, сразу. Не будем брать вообще палец с CS. С. Ты, сука, мудак. Как накаляет то, что он вправо-вниз не дает пас? Просто жесть вообще. Ну, как надо выходить из спорта, конечно, я понимаю. Сука, кретина. Давай свет попробуем. Сволочь. Еще раз зомнем. Чтобы на века будем здесь. Что-то опять не творил? Опять не творил. Ай. Не знаю, что он творил, правда. Дебил, блядь! Дебил, сука! И близко подходить нельзя, издалека нельзя. Вот это, блядь, попадос вообще, конечно. Я зачем жму CX? Чтоб ты не попадал, блядь, пидорас. Шо нахрен? Сколько можно уже... Суки. Давай, давай, давай. Давай помучимся. Молодец. 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 Ну, блядь. Урод, блядь, косой, сука. Ты время потратил. Еблан.
Два не хватает на вас. Блять, ёбищные ворота, сука. Еблан. Да сука, заебал ты нахуй. Сука ебаный. Хотя бы так. Может, блядь. А чё с это я нажимаю, нахуя, блядь, кому? Добрали, блять. В принципе, сейчас вот все четко было, но просто начало вот это вот запороли. Я, блять, охуеть. Да вы че, сука, опять три проебали первые, нахуй. Да, сука, ты ёбу твою мать. Я нахуя нажимаю эту клавишу, суки? Сука. Сколько надо выбить, блядь? 90 тысяч нахуй. Хрена вы, блядь, пидорас. Закончили, я выбежал за круг. Прикинь, зачем ты выбежал за круг? В принципе, еще можно было что-то сделать выигрыками, я не знаю, в конце концов, Зобнин. Зобнин! Не порти себе жизнь, пожалуйста. Хуя ты мажешь, блядь? Всегда с этой позиции, с этой точки попадал. Всегда всю жизнь нахуй. Нет, начал мазать. Молодец. Молодец. Молодец.
Молодец. Молодец. Хотя бы так. Хотя бы так. Урод. Ебать. Шум. Сука, Ваня хватает на них. Ванька. Я чё нажимаю, блядь, нахуя эти клавиши? Урод, блядь, косой. Молодец. Блядь, корявый пидорас, сука, сколько можно? Так не попадает, так не попадает, блядь. Кто будет попадать-то, нахуй? Сука. Чуть поближе надо, нахуй. Блядь, в матче бежит медленно, нахуй. Тут, блядь, быстро, сука, да нахуй не надо. Заново, нахуй. Заново, сука. Молодец, вот когда молодец, то молодец, слотный. Урод, когда урод, блядь, слотный. Нажимая, блядь, одну клавишу делаю, блядь, совсем другое нахуй. На изи. Вот, блядь, косой. Что за всем понадобился одновременно, ёлфак. Перезвони, Дмитрий. Если видишь эту трансляцию, перезвони. Стрим дойдет. Так, ну, блядь, вот. Можете же куда хотите. Ну не всегда, видимо, хотите, сука. Урод, блядь, как твою нахуй. Молодец. Да пошел нахуй. Сколько, блядь, можно, сука? Сколько можно, нахуй? Уже зла не хватает на это все. Хотя бы так, явно, пусть. Ну, хуя все нажимал. Что, блядь, ничего, нахуй? Я еще раз спрашиваю, нахуя я, блядь, тебя нажимаю? Корявый гандон. Там, блядь, 11-12, мы, блядь, их набрать не можем никак в жизни, сука. Как так-то, блядь? Еще и выгнали с поля.
еще и выгнали, блядь, с поля, нахуй. Кристина. Сука. Че, блядь, происходит-то вообще? Ну че? Забыли, как играть? Вовремя, нахуй. Так, ну, наверное, последний раз вот попробую, последний. Может, предпоследний, но и все на этом достаточно, я думаю. Всем спасибо за просмотр, в общем-то. Всем пока.